Пасху отметили и в спортивной школе «Ермак». Клуб «Добрыня» провел открытый турнир по регболу. Принять участие в состязании могли команды любого вида спорта. По словам организаторов, самое важное в праздничные выходные – зарядить воспитанников спортивных школ позитивом и хорошим настроением. Сейчас предстоит еще довольно-таки одно состязание, интересная игровая эстафета между командами. Задача объединить, то есть взаимоотношения улучшить между коллективами клубов. Очень приятно, что традиции наших народов, древние традиции наших народов, они не забываются. А Пасха – это праздник добра, праздник победы, добра над злом, поэтому, конечно же, такие праздники надо проводить. Спортивные соревнования, направленные на сохранение традиционной культуры народов России, клуб «Добрыня» проводит не впервые. Месяцем ранее в Ермаке проходил турнир по греко-римской борьбе, посвященный празднованию Навруза.